Лучше подготовиться к зиме заранее, чем дожидаться первого снега и больших очередей в шиномонтажные мастерские. Но об этом уже поздно. Все выходные в городе шел снег, а по прогнозам синоптиков осадки продолжатся до конца недели. Более того, с середины недели ночью будет доходить до минус 7. На этой неделе на территории Рязанской области ожидается неустойчивый характер погоды, характеризующийся быстрой сменой циклонов и антициклонов. 1 ноября во вторник ночью будет идти небольшой снег, температура воздуха минус 2, минус 7 градусов. Днем на наш регион постепенно начнет распространяться промежуточный гребень, поэтому ожидается преимущественно без осадков. Дневная температура воздуха останется отрицательной 0, минус 5. В среду 2 ноября преимущественно без осадков, ночью при слабом ветре похолодает до минус 5, минус 10 градусов. Начало недели встретило горожан с гололедицей и увеличением количества аварий. Так, в минувшие выходные в Скопинском районе на участке трассы Москва-Волгоград произошло ДТП, унесшее жизни сразу 3 человек. По предварительным данным, 35-летний водитель, житель Ленинградской области, управляя автомобилем Рено Меган, двигался в сторону города Тамбова, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с барьерным ограждением, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Рено Дастер под управлением 46-летнего жителя Саратова. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Рено Меган и еще 2 пассажира данного транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью. В Пронском районе в воскресенье водитель Honda не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Deo Matiz. Авария унесла жизни 2 детей. В результате дорожно-транспортного происшествия 5-месячный пассажир автомобиля Honda получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте дорожного происшествия. Водитель данного транспортного средства и пассажирка с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу. Пассажирка автомобиля Deo Matiz, 10-летняя девочка, получила серьезные травмы, от которых скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи при доставлении в больницу. В понедельник тоже в области произошла авария в Рыбновском районе. Легковой автомобиль отечественного производства столкнулся с грузовиком. Погибли 2 человека. Страдают в эти скользкие дни на дорогах и пешеходы. В воскресенье на пешеходном переходе сбили пожилую женщину. Она сломала руку. Автоинспекторы напоминают вновь, что в связи с ухудшением погоды автомобилистам нужно строго соблюдать все правила движения. А тем, кто еще не переобулся, лучше и вовсе пересесть на общественный транспорт. В шиномонтажные мастерские сегодня выходные было не пробиться. В день специалисты обслуживают до 6 десятков автомобилей. Да, в этом году раньше времени наступила зима, снег выпал, и поэтому все выехали в сервис для того, чтобы переобуть резину. В этом году основная масса людей только сейчас начала приезжать, а многие уже заранее, за 2 недели переобули. То есть мы всех советуем не откладывать это, можно записаться, а можно приехать подождать в очереди. Ездить по скользкой дороге на летней резине очень опасно. Сцепление с дорогой сильно снижается, что может привести к заносу и другим плачевным последствиям. Мы советуем им вообще не выезжать на дорогу, оставить машину и до весны, наверное. Кроме того, специалисты отмечают, что к зиме нужно готовиться и психологически. Это не менее важно, чем техническое оснащение автомобиля. Водителям нужно привыкать к зимнему стилю вождения. Снижать скорость, маневры на дороге совершать более плавно, дистанцию между машинами держать больше. Помнить об увеличении тормозного пути и быть предельно осторожными и внимательными. И, конечно же, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.